Гранат. Граната. Слышишь? Да. Это... Скажи, что мюсли полторашки 2 не будет. Почему? Ты же не хочешь играть. А ты можешь записать мое обращение, так сказать? Да. А даже если я сам себя пиарить буду? Даже сам себя пиарить будешь. Только давай чутка попозже, я сейчас жрать хочу. Я хочу, типа... Скажи сейчас. Я жрать хочу. Говори. Мне орать или говори. Нет? Говори. Мне орать или не орать? Как хочешь. Ой, я не знаю, они привыкли, что я ору. Запись пошла. Ну, она уже идет, правильно, да? Да. Ты все равно обрежешь, если я начну да. говорить. Все, дай пока сосредоточиться. Давай быстрее. Да-да, я понял. Сейчас. Короче, пацаны, сейчас напряги, да? Играть не могу, мать доебала, пошел на работу в Макдак. Через 2 месяца компьютер себе покупаю и стримить буду. Кого интересует, ждите, да, я там начну стримить, короче, да, эжи, блядь. Короче, блядь, эжи, блядь. Все, ждем стрима через 2 месяца. Давайте, пацаны. Вожелинку привет. 10, блядь. Заебись, а кик, знаешь, сколько стоит? Тоже, наверное, 10. А, я забыл, у меня меткости, блядь, маловато. Ну ладно, хуй с ним, начнем бой. У меня меткости 50. Чё, не догазывай ты, блядь, да ты пидор? Не догазывай ты, школьник. А шо фастер старт? А, не нажимай, Суни, я привык как на этом самом. Почему у меня колбасит, слышь? Почему у меня блевать тянет? Это, блядь, нормально. Блядь, сейчас, я сейчас, блядь, сразу нахуй, в обезьянью стойку, блядь. Прожимаю ярость, даю чардж, жму, да, блядь, бурсты. Жму бурсты, блядь, с коней, нахуй, сука. Гранат. Ах, всё, я написал. Четвергит, макрочки на тебя написал. Хуёсики, блядь. Иди нахуй. Что ты сказал? Прости, Саш. Что ты сказал? Что ты, блядь, сказал? Что ты, сука, сказал? Убью нахуй, понял? Иди нахуй. Ты чё, блядь, сказал? Ладно, чё, без этого не давали, я тебя, сука, ебет? Изобью, блядь, понял? Тебя ебет? Сейчас изобью тебя, блядь, тебя ебет? Ой, пизда, у нас сразу локи, ёбаный пиздос. Ура, блядь! Эску, чардж, рефлект, хуект, похую на всё, крутим штормы! Ты ещё не срефлектил, хаусболт, блядь? А как я срефлектил, блядь? Ты чё не срефлектил? А как я срефлектил-то, а? Чё ты не срефлектил-то, ебать? А чё он фуловый-то? Ты ещё. Чё он фуловый, блядь? Чё он фуловый? Какого хуя он фуловый, блядь? Какой там у нас прист играет, объяснишь? ДЦ прист. Лучше, блядь. А, ДЦ бить. Ща побьём. Вон он, да? Тебя продиспелил всё, блядь. Я свечусь, да? Даю чарджик. 3500, охуеть, блядь. Ща, давай, я сейчас начну диспелить, и он обосрётся. Стойку берзёркера, блядь. Я ещё начну диспелить, он реально обосрится, блядь. Смотри, смотри. Я уже начал его диспелить. Всё, но он начинает умирать. Оп. Почему я бегаю медленнее, чем это хуйло? Почему у тебя эфир, блядь? Почему? Тебя ебёт? Кто-то циркуль дудочит, короче, меня лагает. Я знаю, у меня тоже лагал циркуль. Циркуль опять дудочит, мразь, блядь. Ай, блядь, он фуловый, ну этот трешняк даже здесь, блядь, происходит. Да что за блевота, нахуй, ебаная? Можешь ДЦ убить. Да пизду, блядь. Ты по мане уже почти посадил его. Ну и что? Псоп, ебаный псоп, кик в каз дал. Ебаное говно. Не сюда, ксула. Кикни пету. Чё кикать пету? Ты чё ебанулся? Пиздец, блядь, такие димиджи, блядь. Еще МК будет, кикни присту МК, блядь, лол. Эту мамку, ебать, блядь. Ебать, меня вниз спел скин, гранат. Пизда, блядь. Это гибном хилю, гибном хилю. Ебаная хуйня, пойду-ка я вниз, блядь, то ща умру в пизду, блядь. Я тебя продиспелил. Пизда, нахуй. Блядь, пизда, нахуй. Блядь, сучара ебаная, стоять, блядь. Ублюдок, мать твою, кусок дауна ебаного. Все, помогай, смотри, 4000, 4000, мы сейчас убьем его. Пизда, блять, на нахуй, убью, еще, блять, тебе. Да куда ты, блять, уходишь? Я сейчас убью его. Нет, не фиг, он до сих пор фир. Крутим. Ты FPS крутишь ему, я берн его, слышишь, я ману берн. Мне похую. А, ты любишь ману бернить? Да почему ты жив еще, блядь, я не хочу в это говно играть! Мне, блядь, больно, нахуй! Мне седак, ты еще седак.
На! Все, маны, на, блядь, на, нахуй, все, защиту дал тебе. У на! Нет маны, блядь, больше уже. Блядь, похую, блядь, уже заебал этот хуесос меня, блядь. Уже заебал меня, нахуй. Поглощение! Откуда? У тебя, блядь, ебаная скотина, блядь! Откуда ты берешь, убил, блядь, убил, жизненную убил, энергию, ебаное говно, блядь! Я убил. Тупая, сука, животная скотина, блядь. У них какой тир? Ты можешь посмотреть? Гир там или еще что-нибудь, нет? А, внезапная смерть. Ну-ка, худыш, блядь. Ебанутое животное. Блядь, ты посмотри на этот димидж, блядь. Блядь, подбор соперников. Оп, я уже не полторашка. Гик. Я 800. Подожди, не понял, они из X15 и X20? Что? Что тут написано? Или это у них ники такие долбоебские? Мне надо убедиться, ушли вообще ротаки или нет, а то я ру как-то что-то нехорошо. Сейчас, подожди. Внезапный дизенгейдж, блядь. Опять у тебя, блядь, задачи нахуй невыполнимые, нахуй, сука. Типа? Кикнуть пету, ты вообще что ли, блядь? Ну кикнуть пету, это, блядь, нормально, лол. Это ненормально. Что ненормально? Это ненормально, ты понимаешь, что, блядь, это ненормально, нахуй. Это, почему? Блядь, ненормально. Почему? Почему же, блядь? Понимаешь, что если кикнешь пету, блядь, не будет кисидактов ебучих, лол. Ну, может, фир, блядь, я еще фир. Какой фир? Тут нужно просто кикнуть пету или убить нахуй пету. Петы ватные здесь. Ага, убить пету, блядь, я столько... Блядь, я столько я говорил. Блять, откуда у него взялась мана? Я реально видел 1% маны. Откуда у него, блядь, взялась мана на хил, блядь? Ебучий абсурд, нахуй. ХП, хпалы 2,5 ищет. Окей, авара, старт 1600. Опа, я пошел, все, пока, Соня. У тебя нет 1600. Подбор супер. Полторашки нету. Черри Блейзер. Говно, рейтинг. У тебя 48 рейтинга. Где? У тебя 48 личный рейтинг. Слышь, я почему-то вчера играл. Вот я вчера играл, я чуть нихуя не понял. У меня сейчас, например, урон, как скалируется, да? Там множитель стоит всегда, x100, да? Сейчас у меня типа 106% DPS, множитель, да? Писюн. Школьник. Ну да, и чё? Вчера перед выходом я реально нихуя не одуплял, почему я было 80%. Туглин. Снежана пишет. Снежана. Ебучее говно, нахуй. Ты готов? Да. Я не слышу. Заходи, я тебя пэдом, хуй ты не заходишь. Ты мразь. В смысле? В прямом. Ты мразь. Может тупо в дефстойке диспелить их, нет? Я хуй знает, честно. Я их пуржу, тебя диспелю еще, блядь. Нет, вообще, может эти дефстойки пуплины спокойно, я тебя прохиливаю. ДФ вообще пока не имеет смысла против таких чуваков. Но это вообще конченый забить, чуваки. Я не знаю, как вообще их выиграли. Это реально ебанутые дауны. Пацан, который не убивает тебя за 17 секунд контроля, это, блядь, ненормально. Да, я согласен. Слушай, так а чарс что, давать или не давать? Я не понимаю. Или его как интерапт использовать? Я вообще нихуя не одупляю. Я уже не ранил никогда, просто наличие. Чаржнулся, кикнул, блядь, чаржнулся, нахуй. Я не могу чаржнулся, кикнуть, ты ебанутый. Чаржнулся. У меня превосходство и морталка как бы. Меня не ебёт. Ты жопа, блядь. Чаржнулся, кикнулся, фирнул, блядь, убил. Здесь чарж тоже кикает. Кого, паладина? Зачем паладин прожал писюн? Не знаю. ФПС просела, блядь, иди нахуй. Попробуй, я не знаю, ты убиваешь паладинов? А чё нет? Ну иди попробуй. Надо касочку ему сбить. Хули они дрочат, они дауны или да? Пиздую, блядь, врывайся нахуй. Подожди, пока не фулись, просто настакивай, сейчас скажу когда. А я уже про диспелл. Чё, эфир будет, смотри. Диспелл. Давай так. Кикнул. Или нет? Ты на это, блядь, будешь бить паладина или что, я не понимаю. Если будешь бить его, ну как бы, блядь, я могу там подрубиться и, блядь, сильно, вообще сильно ваншотать пацана, я берну его. Да хули тебе надо, ну не сейчас. Я занят. А чё скинул-то? Уёбок что ли? Блядь, вспышка света ебучая. Да! Сейчас выпущу! Блядь, да что за дизенгейджер ты ебучий? Шо повар с завода, блядь, шо это?
Блять, я не могу, чувак, я не хочу в это дерьмо играть, блять. В девстоке кикать пытаешься, долбоёб просто бегает, блять. Я не могу ему слоу дать. Ебучий овощ. Так как он, блять, убегает? Я сейчас заору, нахуй, батя, уходи быстрее, я сейчас орать хочу, блять. Как он убегает? Я ему слоу даю, он убегает, блять. Я ему даю слоу, он, сука, убегает. Понимаешь? Пиздануться, фул хп. Ладно, я, короче, дамажу его. Давай, ебучий овощ. Только, блять, нужно как-то фиксировать на месте его. Я не могу, у меня нет станов. Ну могу чардж дать, естественно. Сейчас дам. Не надо, ты только хуже делаешь. У меня еще перехват есть. Я не юзаю его вообще. Ну, блять, кстати, сажай его по мане, короче, а я не ебу, блять. Я тоже не ебу. Туннель, сажай по мане. Я, может, сейчас еще бернов несколько поделаю. Да уж. Такая, сука, веселая пиратчик. Такая, сука. Тебя кат, короче, кикнули гранат. Да? Серьезно? Ебанулся, а что ты взял? Я там чувак интрап на тебя пожал, не мне. Ага, ну я понял. Я думал, у меня какой-то скилл, понимаешь, не скастовался, потому что мне его кикнули. Это ебучее, блядь, животное. Давай, покастуй что-нибудь прямо сейчас. Давай, покастуй. Давай, кастуй. Вот почему я в дефстойке готов кикать, он ничего не кастует, выблядок. Так, я один берн сделал, один берн промазал берном, блядь. Сейчас будет еще один. Нет, не залосло. Блядь, ты можешь закриплишь его, и что, я вернул, короче. Ай, блядь. Вот это весело, серьезно? Ты будешь играть или нет? Я это не знаю, весело? Ты какой-то овощ, блядь. А чё я сделаю-то, блядь? Чтобы смотри на даун, я не могу рагу накопить, чтобы ему дать слоу, понимаешь? Да, я же, блядь, в ахуе. А у тебя слоу есть какой-нибудь? Нет. А у тебя маны плохо, слышь? У меня просто его выстрелили, я пойду еще попью. Бля, пиздец, пацан отсет мана, чтобы потом дать не попить. Да мы если что, там шве прожми, а то реклу, ты реклу врубил. Я устал. Он фуловый, блять. Блять, сядь на маунта, слышишь? Сядь на маунта и просто въеби ему в ебало, сука. Вешай бесконечное замедление, бесконечное. У меня нет раки. Я один берн есть, короче. Почему у меня вкус крови не прокает? Прокнул. Со второго удара. Второй берн есть. Блять, пиздец, мне маны мало, блять. Просто, блять, пиздец, я выхожу, меня эта мразь бёрнет. Один бёрн, и я, блять, погиб, нахуй. Вот что, не хуйся. Чё, пикнешка, не хочешь, блять, как хочешь. Кто я? Нет, не ты, я лок. Думаю, лок, мужика, схихнет. Да ебучая обезьяна, нахуй. Рефлек нажми. Блять, какой же, ну, какая же эта мразь. Сядь на лок, у меня щемона все высосит. Просто иди, сядь. Реально, мне шамана все выстрелит, чувак. Просто бей на стопом питерского лока. В пизду паладина, блядь. Я пью. Sweeping strikes, блядь. На нахуй, пета, будем еще хуячить. Я свернул. Дамажу, сильно дамажу. Ферни еще тоже, паладина. Сейчас убью нахуй. Хилишь там, шланг хилю тебя, блядь. Пиздец, без меня ничего не можешь. Блять, Боб, снимай. Снимись, пожалуйста, родной, снялся. Короче, собаку его. Убил пета его. Что нужен? В него эфир разжил. Слушай, если ты в него. Короче, знаешь, как выглядит Unstoppable, слышишь? Нет. Убить! Убил нахуй! Я убил. Ну ладно, ты, ну я, короче, там я понял. Ой, господи, я ну понял, и бревна, ты не можешь без меня дамажить. Ну я понимаю, да, Александр, ну прости, блядь. Да я, по-моему, больше тебя дамажу, блядь. Да ну эти экзекуты внезапные, если честно, я вообще не понимаю, блядь. Кикнул в пустоту, блядь, как обычно, блядь, заебись, пацаны играют. Давай побегаем, хули, чем твои. Ладно, ты его, я, короче, петь пойду, ты не убью. Я его не убью. Ну, будем ждать, пока у него мана кончится, что я могу сказать. А ничего не говори, я все сам прекрасно понимаю. Давай мы тебе еще оружие собьем. Блять, ну ты можешь замедлять его, пожалуйста, а тебя. Да замедляю, заебал. Просто, блять, нон-стопа. Один есть бёрн, сейчас второй будет. Как же Сашка любит бёрнить. Что за бафы? Дай-ка почитаю. Печать света, атаки ближнего боя могут исцелить вас, да ты охерел, блять, быдло. Все, у него 0 ман, убей его уже, блять. Он встал. Я по 3000 бью ему с моей маты, поскольку. Я 2400 с экзекута. Блять, как мы выиграем? Почему на 1400 прокаем?
Что, у тебя батя ушел? Да вроде бы, надо посмотреть. Бля, такой трешняк, мы убили ДПСера сквозь паладина. Ебучий случай. Что, серьезно? Ты как-нибудь препятствовал вообще хил прохил Лока, или я мы просто... Я фернул их, дамажил, блядь. Мне кажется, мой дамаг не захиливается. Короче, вешаешь мортал, я дамажу, блядь. Не, ну серьезно, ну, просто эти, делаем, доты, эти доты злоебучие, серьезно, на такие противные, что я их просто... Не, у ДЦ слабенькие доты. Ну, я имею в виду, да. ШП сильные, да, у ШП очень сильные доты. Шу. Пойду окно открою. Сука, сказала мне та шлюха, что интенсивная работа, блять, без права выбора места, блять, сука. Ну, сука, Санёк, не стеби меня сильно. Не стеби меня сильно, я буду плакать по пирам в душе, блять. Чё тебе дядя Граната говорит, иди на вышку, Суня, если не хочешь в Макдаке работать. Ну или просто маман заведи, который тебе купит комп, и ты, блядь, будешь фрилансить нахуй. В свое удовольствие, блядь. Просто обидно, когда реально пацан какой-то, вроде бы, знаешь, даже поколения не разные, 3 года разницы, блядь. И опережаешь меня на несколько лет, блядь. Интернет получил на 4 или 5 лет раньше, блядь. И фрилансить можешь уже чуть ли не на 10 лет раньше, блядь. Когда ты там последний твой буст рейтинга был за денежку? В Пандаре. Ну, дату можно там приблизительно. Ну, я имею в виду год, месяц. 14-й год. Ну вот, понимаешь. А начинал когда? В 10-м каком-нибудь? Да. Понимаешь, блядь, 5 ебучих лет, блядь, мне тогда 14 было, охуеть, блядь. Я в 14 лет даже о стриминге не думал, я в 16 где-то начал думать, и все равно, блядь, хуй тебе, а нет, самое, блядь. Пиздец, блядь. Да ну, блядь, такая параша, блядь. Рекла какая-то, 3 следующих атаки, 100% крит. Не, серьезно, рекла это имбецильная хуйня, не? Сильный стил. У меня крит 31%, нахуй мне 3 тычки по 100%. Сильно. Ну что, у тебя сильнее всего убьет? Овер, по-моему, да, бьет сильнее всего? Да, вот я, блядь, экзекут жму, как долбоёб, он меня не бьет нихуя вообще. Добираешь таки, овера, блядь. Делаешь чардж, нахуй жмёшь. А стаков овера нету, тут только... Тут только прок, и только если кто-то уклонится, по-моему. Ну, в общем, имеешь прок экзекута, имеешь мортал, блядь, хуяришь. Экзекут говно, я тебе говорю еще раз, он прикинь, я он говорю, всыпает. Какой экзекут, я говорю про мортал и говорю про овер. Ты сказал прок экзекута? Мортал, овер, короче, имеешь, хуяришь, блядь, и хиро страйк, блядь, что там ярости имеешь, нажал, блядь, бахнул, припечатал. Мне надо хиро страйк реально на панель вместо ебучей экзекут, и на пэш, экзекут говно полное какое-то. Экзекут бьет 2500 под критом. Мортал бьет. Ой, оверповер бьет 4500, 5000, я вообще в ахуе. Бесплатный скилл. Ну ладно, пьют 5 ярости требует. А когда экзекут сжигает у тебя всю ярость, 45 ярости за удар, прикалываешь. Смотри, нанести 2030 дэмэджа, да? И еще косарь сверху, то бишь 3300. Если у тебя фул рага, да? Ну то бишь не фул рага, но ты понял. 3300. Мгновенно дает превосходство противников, наносит обычный удар от оружия, способность может быть перемещена. Чего? Обычный удар от оружия? Вы что, ебанулись, что ли? Нихуя, это не обычный, ну-ка. О, повышает вероятность нанесения превосходства. Чего? 50%? Ебать, ебанутый, нахуй. Пиздец, блядь, ебанутый. У меня оверповер с шансом 80% критует. Ебанутые куски. Вот, наверное, все сводится тупо к нажиманию 2 кнопок, блядь. Я говорю, сложно. Интересно, пиздец. Я просто вспоминаю Дренера, вспоминаю эту хуйню, когда ты пытался, потел все кнопки, нажимал. Здесь же ебаный стоит. Ты тупо не успеваешь. Тут забей вообще просто. Смысла нет никакого, ты понимаешь? Я реально, понимаешь, из-за того, что пытаюсь успеть свичнуться и что-то сделать, когда пацан уже закончил каст. То бишь у меня нету ни ДПСа, ни кика, ничего. Я своими клоун-действиями просто хуй забиваю, стою АФК и потом убиваю пацанов. Вот настолько, блядь, все весело, сука. Ну это пока, хорошо, хорошо. Пока у меня 100 рейтинга, блядь. Расшифруй. Ебаные овощи, блядь. Тебя показывает на врагов, сколько у них гира или нет? Нет. Жалко. А на голову? Почему? А вдруг там даун с сокетами на хп просто? Нет, тебе никто никогда не будет делать. Я видел воинов с фулл сокетами на хп. Ну это воины, понимаешь, воины это одаренный класс. Какой? Одаренный, блядь. Одаренный? Да. Так я говорю, ты на воина смотришь и попробуй гера определи. Одаренного класса, блядь.
Тут даже спеки не показываются, я вообще в душе не ебу на кого нападать, сука. Тупой вор, да? Очень тупой. Ну, блядь, ну реально тяжело, я не могу определить, что там за спеки. Ну, только ШП, блядь, если он светится, как черная спечка. Шо уничтожит меня нахуй? А мы с ШП дрались, не дрались? Ну, пока ш... да? Зеркало. Паладин? Если варпа мне играть будет, тоже повар играть будешь. Пойду по Паладину начну. Ну и короче... Да ебучий случай. Нахуй он вспышку света кастует. Че ты ему пихнул пораньше? А что за хуйня, извините? Так, а что за хуйня? Почему на него не вешается замедление? Хорошо. А, у него нажал волю. Ах ты переебанный. Дисарм ему даю. Он мне тоже дисарм дал. Пидрила ебаная петух. А, стоп, я дисарм не дал, пизжу. А теперь дал. Я ебал. Еле-еле прохиливаюсь. Да какого хуя ты такой лютый-то, ёб твою мать. Хорошо. Гранейдж повер сейчас будет. Стоп, а что? Слушай, не, у меня промахи, забей. Я, блядь, пацана даю чардж промах. Сука. Поглощение. Что, у паладинов абсорбы есть? Голосуешь за сервер? Есть. Ты голосуешь за сервер? Дядя Сэм. Иди голосуй за сервер, мразь. Да не забей, я, блядь, путаюсь в кнопках. Какой нахуй голосуй, мне шлем не поможет, нихуя. Поможет. Да нет, не поможет. Поможет, блядь, шлем очень сильно. Чем он не поможет? Ой, блядь, поиграй с варом без шлема, поиграй варом с шлемом. У меня вар, блядь, с двуручкой и щитом в руках бегает. Ты где, слышишь? Пиздец. Ты можешь... Блядь, чё ты убежал-то так далеко? Чё, карта такая большая? Я чё, аутистов, что ли? Ой. У меня это... У меня... Моё место... Гладиаторское место. Твоё или гладиаторское? Гладиаторское. А чё здесь трупаки везде? Что-то Альянс иногда что-то приходит. Это фишка такая? Сюда иногда Альянс приходит. Ну, причём здесь приходит, не приходит, если их-то хуище. Mm-hmm. Они везде. Да-да. Они не диспелятся? Через некоторое время. Через день, может, через два. Ой, смотри, тут Альянс. Давай пизды дадим. Давай. Вот видишь, где я, слышишь, Санёк? Да, я вижу Хантера. Я, нет, это не Хантер. Серьёзно, ты что ли? Вы находитесь на средстве передвижения. Пиздим. Пиздим. Я сильный? 3500. You spin me right now, baby, right, right now. А? Ты нихуя не дамажь. Почему? У меня даже АП не было, писюн. Можешь, блядь, пойти, не знаю, сходил бы на БГ, волю выбился, блядь. Я он за один, за одну БГ поднял 40 тысяч хонора, блядь, а на волю нужно 20, понимаешь? Чё я регнул, блядь, куда долго не приходит, а нет рейтинговые, да, рейтинговые. Ну, наверное, потому что ты ебаная пиратка, блядь. Ну, тут чуваки тут регуют, на самом деле. Ты вот, если сдёшь спектатор, ты охуеешь, что, сука, народ на лоу рейтинге играет. Сколько человек онлайн, как ты думаешь? 700 хуем. Ну тут кросс сервер плюс еще. 1300. Кросс сервер плюс к тому же еще. Знаешь, что такое кросс сервер? Нет. Это значит то, что ты можешь, играя на фане, прокнуть на Steam X5 чувак. Или с X300, или с X100. Или с X25. Так я тебя и спрашивал, что это за хуйня, а ты меня проигнорил. Почему ты игнорируешь меня, писюн, блядь? Там у пацанов в никах X15-X20. Я говорю, что это за хуйня? Нет, ты молчишь. Пиздец, так я говорю тебе, блядь, вот это единственная, блядь, вещь, за что я 100% уверен. Обычно, когда у нас фьордовые оговорочки, я уже сам не помню, что я сказал, и не помню, что ты ответил. Вот, ёпты, бля. Но вот это я точно помню, ты меня тупо игнорируешь, писюн. Да просто у меня же глупый вопрос есть, на который не хочется отвечать. Это, бля, как ДЦЛ? Подожди, Петек!
Алло. К вам поехали. Да, да, да. До свидания. Ну зачем эти ебаные дизенгейджи, блядь, сука? Сейчас, подожди, пойду чекну, есть ли родаки, я еще хочу душетрепательную историю рассказать. Эти дизенгейджи, блядь, Санек, вот запомни меня таким, я скоро ебнутым стану, я в психушку, блядь, попаду, нахуй. Это как ачивка. Дизенгейдж на тебе гранату 28 тысяч раз, он нахуй с ума сойдет. Новый босс, короче. Дизенгейдж номер 3, блядь. Это когда бабушки собираются ехать родители в центр города там куда-то, и типа, блядь, она все ждет, не дождется, и, блядь, на домашнем меня названивает. А где они, где они, где они? Ты позвони им на мобильный, ёб твой калош, блядь. Ты даже на офисе так часто не говорил проки, как сейчас, блядь, вот нахуй. Потому что я играю с пацаном, который мудила. А, и проки не ловят вообще? Иногда бывает такое, что не ловят. И ты не бомбишь него, а на меня бомбишь, школьник. Ну да. Он же тоже помойка, нет? А, нет, он хорошо играет, я забыл. Он хорошо играет, он просто хуйнёй страдает часто. А ты хорошо играешь? Мы с ним иногда рофлим, блядь, и все равно весело. Да, короче, давайте. Иногда я хочу повыигрывать, и он, блядь, когда сливает, сука, меня бомбит. Пошлите на 3С играть на оф, и вы оба рофлить будете, в карму хуячить просто с 6 мочи, блядь. Когда она на гранате висит. Блядь. Сука, Пандария была веселая, потому что граната была та другим нормальным чуваком. А сейчас чё? Сейчас-то ёбнутый, сука. Родители тебя с ума свели, блядь, вот серьезно, нахуй. Да я тебе говорю, забей, я, блядь, боюсь играть нахуй, пиздец, блядь, в жизни больше ничего не хочу, кроме как играть и стримить, блядь, боюсь, блядь, Да идите нахуй, ебаные аутисты, блядь, сука! Ты у пацана ШМ, блядь, у пацана ШМ, блядь! И чего? У него ШМ! У тебя нет ШМа. Ой, блядь, я хочу прокрутить, мне пиздец как хочу прокрутить. Ну он дизайном дает, блядь, ну что за пиратка, блядь, сука! Криплинг, берсерка стоечка, чардж, свечимся обратно, превосходство, морталочка. Да я не могу, я в боевой стойке, у меня нет раги, чтоб так часто кикать. Давай ты в боевой стойке стоишь, стой в стойке берсерка. У меня ДПС весь основной в боевой стойке, блять. Ты понимаешь, что... Криплинг, исповедь. Исповедь за дрота. Ты бежишь, овощ. Я жму как ебанутый на берсерка ГКД, ты в курсе? Да. Ну заебись! Теперь жди, сука. Пока ГКДшечка. Беги за другую сторону, боже, блядь. Я за ДЦшечкой бегу. Ебаный аутист, сука! Ты заебал меня, блядь, уже! Кастуй что-нибудь! Кастуй, блядь! Ага, берсерк в кулдауне. Заебись! Я ебал! Я ебал, свечимся обратно, чтобы полутать чуть-чуть чардж. Даем чардж! Даем блит! Даем, блять, мортал! Блять, где мой вкус крови, прок? Вот он, заебись! Так, обратно, в деф-стойку. Пацан, блять, исповедь кастует. Кик, исповедь! Я кикнул! Я чарджился! Понимаешь, блять, я еще отчарджил. Ну просто ты на его хп, они никуда не деваются, блять. Они никуда не деваются, блять. Никуда, блять. Просто никуда, блять. Я даю берсерка под конец фера. Когда ты в фере, мне кикнет каст. Можно, блять, маленький вопросик? Потому что у меня кулдаун берсерка. Тут пиратка, блядь, на самом деле головой думает, понимаешь? Где мой прок ебучего превосходства, блять? Нет, Саша, ты будешь жить. Еще секунд 10. Все, я жив. Блять, боже, пиздец. Меня вар отпустил. Ну все, ББ, блядь. Ну я тебе просто помог немножко. Немножко. Ну или так. Да хуй вам, ретард. Гран, ты поживи, что тебя помогает? Кикнул, Санек, кикнул. Помогаешь? Помогаю, хорошо. Блять, я встань. Переблудился. Все, блять. Все, нахуй. Короче, не хилю тебя. Тринкет дал тебе. Его дамажу. Блять, у меня ГКД! Альтку! Блять! Эй, ШВ! ШВ нажал. Что-нибудь, ну все, тебя не убьют. ШВ нажал, тебя не убьют. Блять, у меня все чаржи в кулдауне, или нет? Вон тут ДЦ нихуя не хилится. Давай убьем. Ты что, шутишь, что ли?
Я тебя опять, я охуеваю, когда тебя теряют, честно. Ты же понимаешь, что это, ну... больно, блядь. Больно. Блядь. Сука. Сука. Ой, да что ж ты, блядь, такой-то уёбок. Бля, я фулл гимн составил. Ух ты, блядь. Короче, бёрн, да и опа, кикнул. Чё, не фейкнул. Так. А что за гимн надежды, слышишь? Это ману исполняет ему. Ой. Да ебануться! Или нет? Или нет, Саш? У меня тоже ман нет, ты с паром играть будешь, Никса. Дай мне этот интервейн. Сейчас, секунду. Подожди, подожди. Докрути. Блядь, дизарм! Я вот, я его ножиком уже, блядь, сечу. Бёрни на последнюю ману, все, у него ноль маны, чисто ноль. Я тебе кидаю по скриптовую флешку и все, и, блядь, ни ман нет больше. Я не могу его догнать. Блядь, чардж, кулдаун, чуть-чуть. Я чуть-чуть. Залосал, блядь, уёбок. Шива есть, ничего нет, вообще. Я нажал этот стопроцентный блок, если что. У меня ман нет. Вон там, вон он, блядь, ты что? Ой-ой-ой. Ты что, не видишь его? Я, блядь, напуган. Ну, ёбаный рот. Давай, ШВД, похоронный! Похоронный! Блядь, сдохни! Сука, я сейчас умру! Блядь, ебаный бабуин! За него процент маны, убей его уже, ну ебаный рот! Где он? Блядь, хохол ебаный, сука! Да как, блядь, что это за хуйня? Как он живет? Он мой вар ебал твоего. Понял, блядь? Ты овощ, короче. Да почему овощ-то, блядь? Ну потому что. То, что у него шем, это значит, что я овощ? Да нет, просто, блядь, ты не мог бы... Нахуй, я все-таки тебе прав, блядь, если бы шем, они бы уже, блядь, 8 раз бы говно мое жрали, сукины дети, блядь. Согласен, я сейчас... 3% почему, блядь, до 3%! Блядь! Каким хуем, блядь! Сука! Ебаный аутист! Какой смысл кикать, если только фулл ману жечь им надо, блядь? Жги ману, короче, серьезно, блядь. Каким хуем кики могут помочь? Я не могу жечь ману, потому что ты не можешь таргет зафиксировать на месте. А так у меня станов нету. Ну вот, ты, блядь, если ты нормально бы еще этих чуваков, блядь, крипил, замедлял, вообще все было бы заебись, ты не можешь этого делать. Сука. Блядь, сейчас тебе, блядь, ман регена наставлю, блядь, ты обосышься, нахуй. Сейчас, блядь, мы себе ману регена поставим, блядь. Я тебя хилить не буду, чисто ману регена буду, блядь. Чё, блядь, синие камни, так. Плюс 10 к ману регена. Так, блядь. Ничего не трогаю, эту хуйню не трогаю. Блядь, ману регенечка себе. Блядь, всё-таки на арене видно, что друг другу люди пишут. Ебаный член насоса выебываться. Только здесь видно. Выебываться тем, что доковыряли, блядь, пацанов. Пизда, нахуй. С шемом, блядь, пацан. Мне можно статы шема посмотреть хотя бы, блядь? Посмотри, где-нибудь. Она здесь... Вара, найди шема, посмотри статы его. А, ну да, логично. Так. Ой. Ой. Как же у меня срака горит. Да ебануться, сука. Сашка гнется. Ебануться, Санёк гнется. Ты чё такая большая шлюха? Ну есть у кого-нибудь ШМ, блядь, бледоносцы, сука. Членососы. Слушай, а топорики, колонны вот эти, почему они на ШМ похожи иконкой? Колонн неуломимого гладиатера. Блядь.
О, ШМчик. О, а нет, грань тьмы, грань тьмы. А грань тьмы такая же или хуже? Грань тьмы хуже. Воля смертоносного. А смертоносного или кого? Что, блядь, ШМ, это шадовый, это, блядь, темная скорость. Не, аксессуар какой нужен? Воля смертоносного. А почему другие другую волю берут? Как их же две каких-то. Есть героическая, есть нет. Ну смотри, одна воля, которая превращает тебя в гнома, дворфа с железного этого ебучего. А другая воля тебя превращает... Нет, они рандомно превращают. Райкула. Рандомно превращают. Чё, серьёзно? Да. Тут есть у кого-нибудь ШМ, блядь? Куски дерьма, блядь. Сыны шлюх, блядь. ШМ. ШМ. Иди ко мне, ШМчик. Да ну нахуй, реально серьезно. Ну, конечно, понимаю, блядь, там ДПС вот 2,5 раза больше, чем у меня, я вообще бахуй. Ну, блядь, чувак, ну такая помойка ебаная. Просто пиздец. Ну, только Александр потеет, писюнчик. А так, блядь, ебаный фейсрольник, класс, блядь. Все к ДПС усвоится, блядь. Ну, реально, я стойки свитчу, я, конечно, дам один касс стойки, но представляешь, я стою как долбоеб. У меня же двуручка, понимаешь? Раз в 3,5 секунды я рагу лутаю. И как бы, знаешь, стоять, блядь, с нулем ярости, никакого ДПСа, ничего вообще, абсолютно ничего. Я не знаю, честно. Честно, Сашка. Ой, блядь, ебанутые куски, блядь, дерьма. Пиздец просто, блядь, стой какие-то свечи, что-то делай, блядь. Выебываются, мой вар ебал твоего, ну это да, а вот ШДЦ лучше другого, это нет, Сашка хороший. Да ну нахуй, реально конченый, блядь, реально. На 3% выжить против, блядь, не умеющего играть, еще в лоу-гире, блядь, и, блядь, сука. Ну ты хил больше, я не знаю, кто ты там, писюн. Ну хочешь подамажу? Да, не знаю. Давай подамажу. В ШП спек? Нет, просто. Ой, блядь. Да и сами. Да и сами умирать не торопится. Криплинг. Писюн. Подожди, он что, фридом что ли дал? Я вижу фир, могу туда дать эту хуйню. Нет, не могу, он за гроб ушел. Лип за гроб. Блять, ну не надо, я так хотел тебе, блять, перехват дать. Ну ебаный фир, блять. Сука, зачем? Я не понял вообще, реально, Суня. Я бы продолжил просто туннелить этого дауна, он там уже на пуху. Да, да, я не... Я бы умер. А, ну прости, я и просто, я просто нуб ебаный, не обессудь. Просто я нуб ебаный, все. Ой, блять, я кик проебал, я кик проебал. А, стоп. Бля, ебаный я аутист, пиздец. Напомни мне, чтобы я больше не пробовал кикать двумя киками, слышишь? Там просто такая тема, что как бы не работает это все дело. Ну стой ты, блядина, обезьяна, поганая. Как ты, блядь, уже убьёшь? Да никогда, блядь. Потому что ебаный гиблокливый, блядь. Опять фридом он дает себе, сука. Welcome me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, ебаный паладин. Ауе Крюплинг не попал, попал. When I get older, I will be stronger. Я и дамажу паладина. Оп. Убиваю, нахуй. Подожди, а куда я делся? Я не да, вижу я паладин. Ну что это за пиздец? Ну так, убиваю, нахуй, все. Мы победили, блядь? Так, я тебе дам эту хуйню на защиту, да? Я в этом, я уже. На тебе вот так вот. Ёбаный рот, блядь. Что за пушбэк? Пушбэк, типа, когда кастуешь, у тебя назад полосы касты двигаются. Подожди, я не вижу, блядь, ДК, у меня, блядь, в глазах уже двоится, блядь. У тебя Ctrl-V забиндены? Ctrl-V, опа, поставил, все, прости. Не стояло, да, не стояло, признаю свой косяк. Давай покручусь. 800, 1800, 1800, 1800, 1800. Я ударил, я тут граната потный, блядь. Стука ДПС, блядь. Подожди. А, ну да. Слушай, это же нечестно получается, слышишь? В смысле? Ну, когда пацаны с фана с пацанами с X5 встречаются. Ну, с X5 пацаны сильнее, конечно же. В смысле? В прямом. А гир? Ну, гир на X5 можно достать в разы лучше и проще, чем на фане. Лучше? Да. В смысле лучше? В прямом ты на идешь на X5, блядь, ты идешь какой-нибудь CLK и выбираешь себе там шмотки невъебительные. А тут хуй соберешь CLK. А почему? Попробуй собрать. Ну-ка, ну-ка.
свинья, блядь. Я даже не ебу, как выглядят эти целковещи, если честно. Я вообще не знаю, они здесь есть вообще? Да, топовые айтемс. Топовые айтемс, а где они? Я не вижу. ПВЕ айтемс, топовые. Чувака этого, блять. Золотого цыганчика. Золотой цыган? Да. Ну нихуя ты крутишь. А где? Я не нашел. Золотой или... Ну, блядь, ну этот чувак, этот австралий, про которого я тебе говорил, вообще цыган. А чем золотой-то, блядь? Ебу, что ли? Ты ебёшь, что ли? Там нет топ PvE items, там ебу, есть PvE weapons. Ну, блядь, короче, PvE. Onset, да? Берешь, заходишь в PvE, PvE items открываешь, там будут топ PvE. Это топовые шмотки, да, стрелка? Да, да. Хорошо, вас понял. Сейчас на латы посмотрю. Ну да, то, что тут по три сокета, это уже клёво, я так считаю, да? А сколько здесь кап арены? 2 дня. Я про ПТС, который облутать можно. В зависимости от того, как ты отыграешь. Хорошо отыграешь, много рейтинг возьмешь, тебя идут больше. Плохо отыграешь, 0-10. Я знаю, что 10 лузов дают 200 апой, потому что я, блядь, просто сливаю иногда тебе 10 лузов. Нахуя? Ну, потому что, блядь, кап-то нужно отыграть, а не стану. Телегранаты есть. Нет, обычно я с липсом это делаю. Так я говорю, телегранаты есть. Ты говоришь, обычно не с кем, телегранаты есть. Обычно. А я твой обычный теперь закрываю. Псю. Просто липсы надо съебаться, да, чего такая. А можно все вещи купить, вот эти ЦЛКшные, личевские? Да. А тут нормально, что на ЦЛК на это наложено рейтинг арены и да. Типа... А, ну тогда окей. В тройке причем. Блять! Пошли с липсом играть. Рогвар. Вроде перспективненько. Да 1500 перспективненько. Нужно, чтобы Липс за мага играл. Тогда будет вполне неплохо. Ой, блядь. А чё, еблокливы с шпшкой никакие не получаются, не? Вар шп? Да, я и говорю, получится что-то из этого, или нас просто вот эти два бабуина дожали бы и все. Может, что-нибудь там получится, только тебе-то надо быть тауешь. Хотя не, забей в пизду, реально ДПСить, серьезно, потому что, блядь, тупо, блядь, даун играть не умеет. Вот это вот чувствуется дух Дреннера, блядь, и в Пандоре, когда переживаем, и потом момент ловим и пизды даем. Но здесь его даже ловить не надо, тут просто, блядь, как аэрозоль, блядь, то бишь пацан хуярит, потом... Хуяк скончился, блядь, все, блядь. Конечно, на лече просто очень много, гораздо больше микромоментов, нежели чем в Дреноре. Да хуй с ним с моментами, дауны просто, блядь, что-то из себя представляют, потом бац, нихуя из себя не представляют. С теми, что мы дрались, у них, по-моему, игры хороший был, не? У кого? Ну, Паладин с ДК. Не знаю, они меня не убили. Я очень долго жил. Знаешь, вот я реально не понимаю, каска, горн, это же жесть вообще, нет? Каска вообще жесть, это имбаланс здесь, мне кажется, нет? А, чё за хуйня? Слышу, у меня опять... Владимирские баф всегда должны быть сильными, потому что, блядь... А чё у меня так силы мало, слышь? Сколько у меня силы? У тебя вообще дэмэджа мало. Сколько у меня силы должно быть? Ну ты как вот? Ну, варов, примерно. 1000 реса и не знаю, что там больше нужно. Ну, рес у меня нормально, у меня реса 1100. Нет, 1080. Меткости поднабрал, то бишь уже промахиваться перестал. Меткость 110. Там около сотки, короче. Да, 100, сотня ровно нужна, по-моему. Я перебрал, там 3%, короче, надо, да? Ну, просто мне тоже 100 нужно. Но у меня 80, например. Ха-ха, быдло. Я люблю поиграть. С огнем, блин. Do you want to play with fire? Вон, смотри, тут Альянс пиздится, иди помогай пацанам. Сейчас помогу. Мне что-то глаз, блядь, опять болит, нахуй. Завтра на собеседование. Блядь, Александр, вот слушай. Блядь, почему граната птицы вольная? Не любит, когда над ним издеваются. Ну, короче, если работа параша, я типа с нее увольняюсь, нахуй. Слушай, а что будет? Вот мне что-то вот это напугало немножко. Они говорят, мол, какой-то контракт, блядь, договор, нахуй, что полгода надо работать на Макдак. Что будет, если я, интересно, захочу, блядь, уйти пораньше, блядь? Видимо, тебе денег не заплатят. Не, ну, я имею в виду месячная зарплата, это естественно. Но, блядь, ну трудовую могут не отдать там, или это самое, приписку, что я, мол, переворачивал котлетки целых полгода, блядь.
Ебучая рабовладельческая, сука, система. Полгода, блядь, договор, нахуй. Я как футболист, блядь, нахуй. Только получаю не 18 триллионов евро, блядь, в год, блядь. А 6 триллионов. Ну, блядь. Давай, я, блядь, сейчас поиграл, нахуй, в Adventures Capitalist. Сейчас я тебе стресс-вегетильон скажу, блядь, нахуй. Обосышься, блядь. Говно, ублюдок, мать твою. Термиллион. Надеешься, что все это у тебя в жизни так же будет, нет? Вон, ферма соседей, блядь, твой бизнес. Да, бизнес. Пока я двадцаточку не вложу, это хуизнес, а не бизнес, блядь. Не, слушай, я так посчитал, 20%, фу, блядь, 20% это 20 тысяч умножить на 5, надо 100 тысяч закинуть, чтобы я жил до бесконечности, блядь, на этой ферме, нахуй. Одолжи 98 тысяч, Санюк. Даже уже меньше, 97 где-то. Снежану подай пару месяцев. В ДЦшечку, да? Там вообще гир слабенький у пацана. Давай, если слабенький гир, то в ДЦшечку. Ой-ой-ой. Так, а ну-ка, чумная хуйня. Я все сюда дискорю. Ой, слушай, блядь, а тут арена без ступенек, блядь. Не упадешь и все. Слушай, больно. Живу? Живу? Да. Я включаю эту хуйню, живу. Подожди, а куда делся, блядь, ДЦ? Ctrl-V. У меня стоит Ctrl-V. Я не вижу ДЦ. Ты как, живешь? А ДЦ могу постукать? Да, да, да. Ой, блядь, теперь они меня стукают. Ублюдки, овощи. Вот это замедление, блядь! Вот это замедление! Вот это, скажу я вам, замедленница, блядь! Вот это, блядь, не шутки шутить, блядь! Вот это охуеть не встать! Вот это, блядь, замедление, блядь! Пацан под бесконечным криплингом лосает меня, прикалываешь? Да нет, забей, умирай в пизду, блядь, это не прожить. Ты моё хп посмотри и своё, это забей, это жесть. Не, у тебя же химки были какие-то, не? Не, у меня пока нету этого самого иступления, я не могу хилиться. Я его вызвал, забыл что-то про него. Слушай, я чё-то прихуел. Слушай, а Гаргулия, чё за пиздец? Гаргулия бьёт больше, чем ДК. Гаргулия бьет больше, чем Блэйдшторм. Ну, в соло таргет. В два таргета это, наверное, Гаргулия сосет, но все равно. Чувак, я просто охуел. Она харкает в меня со скоростью раз в секунду и по 2000 хп. Прикалываешь? Да. Ебать меня жопу, блядь. Я не могу, мне, блядь, больно, нахуй. Надо свифтёй становиться. Сидеть тупо в софу не вылазить. Потому что здесь трешняк происходит, честно. Ну просто реально, я въебу, тут ты говоришь, гранта мудак ебаный, я согласен, но если я въебу танцев время, блядь, на разбор полетов, я же, блядь, долбоебом буду на офисе, я туда вернусь. Нет, почему? Да потому что. На Личе тут... объективно сложнее играть, нет, почему. Ну сложнее-то, да, но, блядь, ну здесь я объективно, не знаю, честно, не знаю, мне кажется, с вещами здесь параша абсолютно. Здесь какой-то, блядь, скалирование всего подряд вообще отстойное, блядь. Здесь все дамажат дохуя. Ну, не знаю, не все. Ну, не неприятно, но дэмэджа, ну, реально дохуище. Просто дохуище. Да, да, да. А ты, 15... ты в дреноре думаешь, что дэмэджа нихуя нету, блядь, что хилы живут, все противятся. Да, да, все, забираю свои слова назад. Мне там даже было приятно через два чарджа и кики, блядь, что-то делать. Здесь же, блядь, кик в другой стойке. Причем у них same diminution, то бишь, я вообще, что-то я думал, я два этих самых крутить буду. Нахуй там плавал, блядь. Отсоси. Что ты бегаешь? Да нет, давай отдохнем. Не, в пизду, я не хочу, у меня опять травма, блядь, психологическая. Не, я серьезно не могу. Я ебаный бомж, я тебе только, блядь. Я не знаю, как ты со мной играешь, зачем ты со мной играешь. Это не весело. Мне неприятно играть. Я еще и тебе проябываю. И мне самому неприятно играть. Мне вообще не нравится, реально. Какой-то пиздец происходит там. Тут что-то лютый пиздец происходит. Рашит залежки. Я никогда не говорю, что лично это самое лучшее дополнение. Я вот никогда не говорю. Да и не говори так никогда. Да ну нахуй, серьезно, я тебе говорю. Этот ПВЕ бус, я хочу посмотреть. Самое лучшее, что есть, вот на Личе только что можно делать, это аренки. В Дреноре, если там ПВЕ, если на ВГшку можно нормально походить, там в дуэль, по дуэль нормально можно, то, блядь, тут только арены, слышишь? Вот только арены. На Личе? Да, на Личе, потому что тут все остальное говёно сделано, все остальное просто уебано. Так, а слушай, блядь, а этот ПВЕ бус, не? Ну ПВЕ, это пару... Там же, как во всех экспаншенах, надо пару месяцев отдрочить, чтобы фулл одеть гир, да? Больше. Ну вот. Сложнее просто. Понимаешь, как я говорю, пару месяцев. Ну, блять, можешь от 2 до 8 растянуть, ну, как хочешь. Окей. И вот, какие-нибудь свифти, давай вспоминай архив. Окей, Суша. Суня. Тутан! Архив за 2008 год. Шо в водке говорил Свифти про водку, блядь?
хорошая, да? Да нет, он не говорил, что там ебла крош. Там какой-то типа вар говорил, там на ваниле или БКшу, типа вар и ОП, ОП. Да. А наличие было такое? Конечно. Просто реально такой дебильный экспаншн, если честно. Просто отстойный, блядь. Я не живу и я не дамажу, пока не оденусь. А если я оденусь, я все равно, скорее всего, нихуя не буду делать. Я не чувствую этого просто. Я просто себя долбоебом чувствую. Нужно ДПСить на это тупо, блядь. Реально безмозгло ДПСить, блядь. Я реально убираю все таргеты. Вот, например, паладин с ДК. Я вообще в ахуе, как паладин просел. Я, конечно, понимаю, что это ретрик. Но ретрик же может отхилиться, нет? Да, ретрик уже сильнее хилится, чем тут на дрянуре. Ну, блядь, у него маны уже не было, что ты хочешь. Ну я не смотрел, но все же он что-то очень сильно упал, очень сильно упал. Очень сильно просел. Ну у него бабл же есть, правильно? Или он... Что это? Бабл диспелил я уже. А, диспелил, нихуя. Сама хуйня полная, блядь. Все равно овощи какие-то, честно. Ну не знаю, ну скажи мне, окей. Ты хорошо играешь, но с другой стороны. Объективный взгляд гладиатора. Паладин, ретрик и ДК должны разорвать очко ДЦ-шку? Да. Причем в салат, за бурсты. Ну да, чувак. Не, понимаешь, я просто отдал все и выжил. Не, ну я понимаю. Вот так, да, вот так я выживаю. Ты фулы из коня дефишь, да, и потом живешь. Да. А потом умираю. Нет, потом умираю. Помнишь? А, ну потом еще умираешь, да? Да. Я просто с Рогой подрался, мне Рога пизды дал, я что-то, блядь, смекнул, я зато знаю, как против Рога драться, блядь. Ты берсерком пуржишь первый сап и просто прыгаешь, как долбоёб. Тебя невозможно в спину поймать, если парень ловит. Берешь его в таргет, даешь тринкет и вешаешь блит. Все. Вешаешь блит, блядь, включаешь блок щитом и просто угораешь, блядь. Там пацан под двумя уклонениями, блядь, что-то жить пытается. У тебя фул хп, ты стоишь, а... Просто, блядь, забей нахуй. Бля, поиграю в Харсик, там по рейджу. Там хотя бы я понимаю, что происходит.